Приветствую вас на канале AsmodePlay. Мы продолжаем играть Battlefield Bad Company 2. Так, индивидуально. Продолжаем наши миссии. Своих не бросают. Да как же? Это не про американцев. Русские наседали крепко, и ситуация все больше накалялась. Мы отправились на север, на встречу с Эгуайром, чтобы затем унести ноги. Почти получилось. Да на вид ничего серьезного. Вот так всегда она. Даже трое из-за бабы жопой накрылось. Ну ладно. Трое. Илиада. Охрененная книга. Мы добыли, что надо. Осталось доставить посылку Эгуайру. Да. Я тоже ничего не понимаю. Ты нашел о нем данные в компьютере? Секретный агент! Бред какой-то! Вашу мать! Это ракета! Сейчас разберу! Хорош, братан! Не время для героизма! Давай, чувак! Двигай! Я справлюсь! Так, нас подбили. Да хрен с этой бомбой! Ух ты! А, это я поди еще и был, да? Так, благополучно приземлитесь. Ну давай попробуем. С пистолетом, да? Ну ладно. Так. Тут графика, конечно, не айс. Она будет у нас вот здесь внизу, как я понимаю. Сейчас на нас нападут. Так, цель достигнута. Так, что у меня? А, оружия-то нету, да? Какая прелесть. Ну давай, я как понимаю, мне надо встретиться со своими. Мины, ловушки. Что меня ожидает? Где вы все? Есть хоть кто-нибудь? Странно, почему никого нет? А, вот, вот. Все, теперь все нормально стало. Что за домик? Вот почему меня высадили, я выкинулся сам, хрен знает где, и оказался сразу у врагов. С чего бы это? Такое чувство, что они везде. Так, какую-то медальку получил, ну и хрен на нее. Нам главное сейчас оружие. Не могу с пистолетом, это ж так стыдно ходить. О! Сортир. Не войти. А так бы вам показал бы. Нахрена он нужен. Ох ты, есть. Так, ладно. Так. Мы возьмем. Что мы возьмем? Так, так, пулемет, снайперскую. Вот такую вот штуку, что ли, взять. Блин. Где ты? Урон. Так, а что, у меня много оружия-то? Так, ну дробовики я не открывал. Точность, скорострельность. Ну-ка, вот так вот. Давай посмотрим. Так, подствольник есть? Подствольник есть. Гранатомет. Ну, на всякий случай, мало ли. Марло, бери на прицел. Вижу пехоту. Твою ж мать. Может, меньше. Что ж, остались только мы. Ага. Взял автомат на свою беду, нахрен. За работу. Кто где? Противник слева от дороги, через лес. Слева от дороги, через лес. Левый фланг, вижу еще противника. Да иди ты нахрен, где? Нашел. Так. Есть. Вот так по одному буду вас выносить. Кота, справа от дороги. Поехали.
Эй! На. Давай. Где он? На. Какое нахрен ранение? Вот так вот. Еще. Еще. Где ты, падла? Блин, не попал. Попал. Я вам поштурмую. Давай еще раз перезарядись. Да, еще разок. Блин. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тебя, блин, такую тварь трачу такое. Давай еще разок. Где? Я не понял. А почему? Так. Угу. Так, тихо. Где ты? Вот так. Не вижу. Да где ты, падла? Где? Чё мне продержаться надо? Что надо сделать-то? Почему вы меня атакуете? Что я вам плохого сделал? Еще разок. Так. Не высовывайся, снайперы на деревья! Твою ж мать, то какие снайперы-то? Вот так вот. Где? Ай. Яблочко, всегда знал, что стрелять ты умеешь. Да я знаю. Чё мне? Отбили, нет? Козёл. Просто БМДчик для бойца. Говно вопрос. Где ты? Не вижу. Блин, ты сказал воздух, а сам, блин, тварь такая. На земле там эта скотина лезет. Яблочко, всегда знал, что стрелять ты умеешь. Воздух! Тихо. Где ты? Давай.
Так. Еще разок. Блин, я попадаю или нет? Вроде крестик-то был. Давай, защищай меня. А я пока буду. Попал хоть. Твою ж мать! И этот меня тварь-то не прикрывал. Ладно, теперь мы знаем. Теперь мы все знаем. Яблочко! Всегда знал, что стрелять ты умеешь. Так, меняем. Воздух! Просто БМД с четырьмя бойцами! Говно вам все! Так, 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 спокойно. Так, все, теперь можно. Так, перезаряжаем. На. Блин, так, немножко сюда. На. Да вроде попадаю, только сколько в него надо. И еще разок. Есть. Меняем оружие. Меняем оружие на... Так, точность, скорострельность. Вот на это меняем. Так, что-то я не то взял, да? Посмотрим, куда он. Не то взял. Не то. Так, это пулеметы, пулеметы. Надо... Где ты? Вот это, по-моему. Ну-ка. Ну да, вроде бы оно. Опа. Если что, настреляем. Браво-2, это Браво-2, как слышно? Сержант? Сержант! Что? Суитуатор на связи. Я с Марло, вы в порядке? Браво-2. Это Браво-2, как слышно? Сержант! Давай, говори! Сука! Ну вот я тоже. Когда начинается форменная пешка, отряд все время разделяется. Ничего ты как побежал. Конкретно. Может, блин, и прав. Может, стоит следить за колесом кармы. Колесо кармы, как у тебя? Понял, Марло. Пошли. Один травы на курице, другой повторяет. Так, давай. Так, двоих снял. У них может быть больше. Где вы? Ага, думали, что я тут бой буду утягивать. Нет. Нет, нет, нет. А, кстати, где? Пошли. Встал, стоит. Бесплатное приложение. На меня надеется. Пойдем. По джунглям пойдем. Опа. Немножечко, немножечко сюда. Вот так. Это мы. Где контейнер? Он у нас. А вот пилота взяли в плен, и без него мы не уйдем. Браво-2. Либо связь плохая, либо вы идиоты. Нам нужен состав, а за пилотом пошлем отряд. Состав? Откуда вы знаете, что это состав? Вы говорили, что понятия не имеете, что на корабле. Браво-2. Вынесите его в мой квадрат. На героическую хрень в духе своих не бросаем, времени нет. Координаты я передал. Выполняйте.
Твари. Чё? Атакуем. А я думаю, пора сгонять за нашим конченным пилотом-либералом, которого я зову другом. Хаггард, я впервые с тобой согласен. Вот так. После этого я даже скажу больше. Посмотрим чужие. После вот этой игрухи. Знаешь, куда они дели Флина? Не совсем. Куда-то туда. Короче, вытащим его. Так. Ну что, у меня тут все есть. А, с оглушителем надо, да? Что-то есть с оглушителем? Да нету ничего с оглушителем. Ладно. Пойдем. Так, патронов мне на всех хватит, если буду их. Ой-ой-ой. Так, интересно, куда это ведет тропа? Вот сбоку, да, обойду. И... На. Все. Давай. Все. Так. Тихо. Одного сняли. Где? Так. РПГ. Откуда? Откуда РПГ? Так. Так. Ух ты. Надеюсь, у вас определенное количество здесь. Не размножайтесь и не плодитесь, надеюсь. Где ты? Грумский ухарез. Открыл. Открыл что-то. Но мне это не надо. Меня вот вполне устраивает то, что сейчас у меня. Один выстрел, один труп. Ну уйдите. Не вижу. Вот он ты. Вот и все. Где-то там нету? Где вы видите противника? Есть. Где? Вот здесь, сюда. Как я понимаю. Прикрываю. Так. Ой, прилетело. Так, машина бездействует, это хорошо. Что у нас на дальней вышке? Свет. Свет земной иссяк. И вокруг меня пустыня, сон. Звезды гонит прочь мрак. Пова. Почему вы туда развернуты? Вот мне интересно знать. Давай. Все? Ну неплохо, неплохо. Сэкономил. Взяли. Пошли дальше. Где ты? Ну ты дебил. Один. Один пошел. У тебя что, 10 жизней? Ты же не воскресишься. Идиотинушка. Давай. Сохранение. А вот я сохранился.
Не корости ради. А где ты? Ну, не вижу тебя. Так. На вышке никого. Понятно, с тобой все. Так. У нас, значит, одно препятствие. Так, пойдем, пойдем. Подбил? Подбил. Вот так вот тебя, козла. Ты причинил нам много зла. Давай, 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 давай. Где вы? Не вижу. Все. Вот так вот. Опа, снайпера, скорее всего, будут. Воу! Спасибо, мужик. Спасибо, что прикрыл жопу, парень. Давай. Всегда пожалуйста. Я не вижу их. Они прямо здесь. Так. Я облегчаю вам задачу. Давай. Еще немного. Где? Ой-ой-ой. Прилетело. Откуда прилетело-то? Не вижу, ладно. Давайте вот так вот. У ветра спроси дорогу назад. Ты слышал дыхание? Вот так вот в голову. А что, я что-то захватил еще? Прекрасно. Оказывается, я еще могу. Так, что-то взрывать я там не буду. Искать тоже не собираюсь. Давайте, ребятки. Цель захвачена. Благодаря кому захвачена-то? Вы мне должны спасибо сказать. Так. Где вы? А вы якобы не слышали, да? Ну, давай посмотрим. Опа, фильмец. А ведь он пацифист. И все мозги на него. Ну. Этот стоял и ждал, когда его напарника убьют. Плечо, я видел, в плечо. Ты же пацифист, ты против войны. Брось оружие. Я думал, ты пацифист. В свое время даже Будде пришлось кое-кому жопу надрать. Ух ты, как заговорил. Эй, о, ништяк. Молодцы, четко работаете, парни. О, получи. Ух ты. Это... это просто чума, братан. От них рак, кстати, бывает. Я не знаю, как вы собираетесь свалить отсюда. Там где-то внизу база была. С вертушками. Много вертушек. Так что... ладно, понял. Погнали. Ну что, угоняем вертушку тогда? Ха-ха-ха. Смотри, квадроциклы, слава богу. Умеешь водить? Блин. Конечно. Но лучше... база вертушек рядом. Блин, я еще бибикаю. Давай. Ох ты. Это об что я так ударился? Не понял.
Не входит. На снегоходах я бы тебя точно обогнал. Не входит. Ладно. Снегоходы для слабаков. Он не входит, не залазит. До добра это не доведет. Ну-ка, давай посмотрим, ладно. Будем смотреть. Господи. Ну, суть игры в том, чтобы я, главное, дошел, как я понимаю, до пункта назначения. Не то, чтобы он там доставить его жопу туда. Давайте, надеюсь, никого не встречу. Ох, долгий путь у меня будет. Так, дорога-то одна. Пипец, вон они тоже тащатся из-за меня. Ждут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё, он слетел, говно, сам слетел с мотоцикла с этого и не заходит, тварь. Вот это, как сказать, блин, недоработка-то охренительная. Вот сейчас вот топать-то пешочку-то. Ладно, что ж, включаем Grand Courage в наушниках, естественно, чтобы не нарушать авторские права. И вперед. Идем, идем. Че, давайте лучше телепортируемся. Не против? Давайте, телепорт. Итак, посмотрим. Опа, ну так я и думал. Главное, чтобы я мог дойти. Вот так. Чему это должно было тебя научить, Свит? Надо пробиться к площадкам. Потому что я тебя превосхожу по всем статьям. За деревенщину. На. Блин, теперь я понял, что не надо высовываться. И вы это поняли, благодаря мне. Ну что ж, ладно. Давай. А вот и база. Надо пробиться к площадкам. Так. Надо. Пробьемся. Закрыть. Вперед. Прикрой. Вот так. Давай. Так, бронемашину-то я должен был уничтожить. Так, меняем. Все. Вот так. О, горит. Блин, я что, вместе с мостом уничтожил? А, во, как можно было пройти. Ну, правильно все. Все правильно. Господи, а там обрыв такой. А что им здесь-то дорогу не сделать было? Что-то я не догоняю. На. 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 Кого стреляете-то? На. Все. Так, ты враг или нет? Ты нет, ты свой человек. Где ты? Кто еще стреляет? Ой-ой-ой. Пойдем. Вы же со мной. Кони. Так. Кто там? Получилось? Получилось? В бочину, на. Так, это я даже брать не хочу. Мне смысл от нового оружия. Получилось? Ой-ой-ой. Вот это я бомбанул. Еще и танк захватил. Ха-ха! Как прелестно. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, минутку.
А, так это так и должно быть. Ну-ка, ни хрена не видно. Так, и как мне к тебе пройти? Вот так. Прошел. На вертушку и разнеси их. На вертушку разнеси их. Ой-ой-ой. Я из чего-то мощного стреляю. Не вижу. Давай. Вот так. Че, я всех убил? Вот так. Конечно. Я же старался. Ой-ой-ой-ой, сколько оружия. Так. Вертушка противника взлетает! Твою ж мать-то. И... Давай. А с чего вы решили, что у меня патронов-то нет? Все, обратно. Так. Все? Или у кого-то еще вопрос есть? Давайте, давайте. На борт. Слетели, летим. А тут еще одна вертушка-то была. Где? Давай, тут еще где-то вертушка была. Мы же не одни взлетели. О, черт. Они вертушки подняли. Нельзя рисковать. Твою ж-то мать. Сколько смогу. Ну давай. Эй! Внизу вражеские квады! Ну вижу! И че? Концальник козлы с РПГ! Так, еще где-то. Еще? Давай ко второму пулемету, Марлоу, бери тот фланг. Блин. Если так и дальше пойдет, мы готовы. Может и нет. Где? Попробуем вытащить нас по-другому. Пальник к нему на вертушку. Давай. Пошли. Я тебя все расстрелял уже. Колонна на горной дороге. Так. Нас тоже расстреляли. Почему-то, с чего-то. Как-то. На. Вот так. Вот у тебя везде топливные баки, я тебе пробил давно все. Кто? На. Вот так. Эй, кто? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Впереди база. Тряхнем-ка стариной, парни. Блин, какого хрена мы где ты? Срезаем. Марун, подожди, дури. Там козлы, стол. Так мы вроде здесь были. Или нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй.
Где? Смотрим оба. Давай. Еще? Где-то тут машины были. Есть. Давай, немножко осталось у нас. Их еще и не видно, блин, в этих джунглях-то. Так что... Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Уже почти. Давай. Да где я? Марлоу, разберись с ним. Конечно, разберись. Я и разберись. Есть. Нас не задел? Че, нас должен был задеть, да? По сюжету. Ага, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, это второй вертолет. Блин, ладно. У нас сохранил, сейчас мы расправимся. Почему-то на карте он не показан был. Единственное, что... А, вот, 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 вот он. Да. Вот так вот тебе. В решето. Надеюсь, ты сдох, я видел. Тело там было. Вертолет разворачивается. Вот, вот так вот, на тебе. Вот кабину-то я снес. Может, мне выучить испанский? Или еще? Русский пригодится. Русский. Ну, если пойдет хреново. Русский тебе всегда пригодится. Даже если хорошо пойдет. Вот так вот. Встретитесь с каким-то там уродом. Ну ладно, давай встретимся. Вот ваша хрень. А теперь объясните, в чем дело. Это вы объясните. Предатель. Подстава, что ли? Мой друг весьма упорный человек, видите ли. Годами он был моим соперником в гонке за оружием, но... Эти времена прошли. Почему? Потому что они обманули меня. Кто? Кто обманул? Кто обманул? Да. А какая разница? А потому что я тоже пробил твою биографию. Ничего особенного. А потом вдруг тебя перекосило, когда ты услышал имя Томас Уайт. У него был сын Джеймс, примерно твоего возраста. Либо я конкретно ошибся, либо твой отец, спецназовец Томас Уайт. И когда ты узнал, что его убило командование, ты психанул. Правительство обмануло тебя, верно? Я все простил. Но лишь до тех пор, пока не понял, что они знали об оружии. Вот почему эта страна должна быть уничтожена. Совсем спятил нахер уничтожить столько людей чисто из мести. Я не смогу. Зато он сможет. Поддерживаю. Да. Ну правильно, с предателями так и надо. Одних предал, и вторых предаст. А вот и наш пацифист. Призрак на связи. Кажись, переговоры успехом не увенчались, а? Ладно, главное, карма в порядке. Так что можем двигать, спасать мир. Да, а если ты в болванку в эту попал бы? Спасибо за сигаретки, братишка. Быстро нахер отсюда. Интересно знать, он выживет? Не факт, что он умер, не факт. Блин, я надеюсь, он выживет. Прикольный парень. Перед рассветом. Ну давай перед рассветом. Поехали. Не печалься, не грусти.
Сопли лучше подотри. Че, реально помер, что ли? Ну, что теперь, сержант? Мы, блин, сами же и вручили им в поганые руки это оружие. Смена планов. Русские теперь движутся к порту, а мы не можем найти американцев, так что будьте начеку. Марло, сними его. Это какая-то третья сторона, что ли? Русские, американцы, значит, третья сторона. Опа. Свитвотер, что они говорят? Что-то про порт. Не уверен. Вроде как Кириленко направляется к порту. Что за мать его сраный порт? Где мы, черт возьми? Так, думаю, я знаю, где мы. Что это была за хрень? Не знаю, но он мне не нравится. Ни хрена себе! Вот это самолет! Так, ладно. Так, тихо пройти не получилось. Надо с глушителем надо было. Блин, блин! А! Вот это потеря, потеря! Так, ладно. Так. Еще. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так. Давай-ка вот так. Я знаю, что ты там. Вот он ты был здесь, а. Падла. Опаньки. На. Что, получил? Ой-ой-ой. Так, где мои ребята, которые меня должны прикрывать? Так, минутку. Еще вопросы? Так, потихонечку. Шаг за шагом. Сверху. Понятненько. Вы-то будете атаковать, нет их? Так, мне приходится одному, да, воевать? На. Так, уже лучше. На. Где ты? Так, ну вот хорошо же, да? Вот. Хорошее оружие.
Так, блин, туда-то не подняться. Туда не подняться. А эти даже и не идут за мной, представляете? Даже не почесались. А вот где вы? На. Тихо, тихо, тихо. Давай. Вперед. Вот он. Да я нашел уже. Сейчас. Вот так. Так, мне надо здесь внизу, да, что-то захватить. Смотрим, где у нас люди. Мерзкие людишки. Так. Блин, застрял. Прошу прощения, я застрял. Кто еще? Кто еще где остался? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то бегал. Кого вы стреляли? Давай. Ну чё, что гранатомет? Вот так вот. Чё я, хуже что ли? Расхреначил, смотрите как. Так. Смотрим, что у нас здесь. Какой вид. Посмотрите, прекрасно. Правда, все в огне, все. Я не понял, это какой-то хороший город современный. Это... Что за крайние Лос-Анджелеса какого-то, что ли? Чего? Что у нас здесь? Ничего. Надо вниз спускаться. Понятненько. Так. Опа, опа. Давайте. Ты поднимешься на крышу там? Падла. Вот так. Что за... Они убегают. Да, давайте бегите. Нет, это хреново. Это неправильно. Слышишь? Минометы в укрытие. Столба осадят. Пшел, пшел, пшел. Вот теперь бежим. Понятно теперь, почему они бежали? Твою ж мать-то, короткими перебежками между тележками. Давай, давай, пошел, пошел. Кого давай, давай, пошел, пошел. Они то ли видят меня, то ли что. Кто так стреляет-то? Так. Давай, пошел, пошел. Давай. Ждем. Пошел, пошел, иду, иду. Давай, давай, давай. Успею. Давай, давай, давай. Успею. В одно место-то поди два раза-то не надо, да? Не стрельни. Ну, стрельну-то, может, не стрельну, развалилась, хотя, мне кажется, стрельну. С хрена ли нет, если... Давай. О, о, неплохо. Пошел, пошел, из этого минометчика выбью. Еще. Дом рушится. Дом рушится. Хрен там, в дом не заходим. Вот так. Сумел. Воняет как жерьмо. В принципе. Ничего страшного. Каналы должны вести туда. Нате вам еще подглянку. Снайперы, в укрытие! Он в здании, мать его, ты его видеть должен! Где?
Блин, вы напрямую даже не можете справиться. То ли деревья там были, то ли что. Все? Ни хрена вы без меня сделать не можете, команда. Эх вы, америкашки, таракашки. Как же так-то? Так, бочки. Так, черепушку вскрыли. Пойдем. Враг приближается. Техника противника быстро приближается. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот сейчас ты мне пригодишься. Будем выносить по одному. Так, это вот здесь вот он. Но через машину я не могу, да, стрельнуть? Не могу. Тех... О, да вы сами даже справились. Вот так вот. Прекрасно. Я бы сказал, прекрасно. Давайте, загасите их. Загасите. Смотри по сторонам. Не успел, да? Эх. Да. Бумк. Да я бросил уже. Отлично, боец. Чисто. Чисто. Чё чисто-то помыли? Не беспокойтесь, я патронов-то жалеть не буду на вас. Давай. У меня патронов на всех вас хватит. Опаньки, опаньки, да, а потушеньки. Вот и все, сохранение, так, ладно. Подбил я его, нет? Ой, да там две вертушки-то. Давай. Сейчас. И еще разок. Ох ты, пуля прилетела, да? Вот пуля прилетела, в грудь попала мне. Спасся я в степи на лихом коне. Шашкой у меня комиссар достал. Так, ладно. Это, по-моему, если не ошибаюсь, чише компания. Ни хрена не видишь, ты не видишь, и они не видят. Давай найдем дорогу. Не хочется, чтобы нас поймали. Давай, найдем. У вас потери. У меня нет. Опа. Блин, это снайпера, точно, снайпера. Без проблем, сейчас завалим. Сейчас завалим, сейчас все сделаем.
Давай, где вы? Через автобус там можно пройти. Все. Давай, бумк. Вот так вот. Теперь здесь двое. Враг, ваш капец. Держись, стороны. Тихо. Тихо, 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 тихо. Вылазь. Они где-то сверху. Снайпера же вроде были. Нет? Ой-ой-ой. Со стороны этого фонтана тоже стреляешь, что ли? Кто там? Убит. Сам лично ему в башку попал. В отличие от вас. Нате вам. Медалька. Ну, поделитесь боеприпасами-то. Неплохо, неплохо. Опа. Пополнили боекомплект. Машина едет. Да, вижу грузовик. Какого черта он сюда едет? В окне стрелок. Нельзя отступать. Быстро. Что это? Подразделение говорит Томагавк. Мы готовы добить их. Всем быть наготове. О боже, наконец-то подкрепление. Алле, мать ее, Луя! Чё всё трясётся? Чё такое-то? Ну-ка, покажите мне. Чё? Что это такое? А мы не этот самолёт раньше видели. Чего они все туда бегут? Стоп, а почему самолёт светится? Нет. Это чего он там? Как бомба действует, самолет? Ну, видимо, да. Волна сейчас пойдет. Чё ты? Только что за волна-то прошла? Вот так вот. Видимо, скалярная пушка на самолете. Нет. Я не хочу. Ну, я типа тоже. Я с Хагардом скорее соглашусь. Что с тобой такое, блин? Престон. Это уже выше нас. Лучше свалить. Ни за что. Куда? Домой? Дома скоро не будет. Ничего не останется. Суитвотер. Как украинцы, бегите в Германию. Как запахло жареным, сразу хвост под... В Швейцарию бегите. Сержант, вижу, активности нет. Понятно. Ладно. Сам пойду, мать вашу. Нет, Престон, не пойдешь. А вы двое. Слушайте Марлоу и слушайте как следует. Все, пошли. Суиц, это же реально интересная тема. Чё, не хочешь узнать, как все кончится? Спасибо, уже нет. Хэг, ну ты чё? Если уйдешь, больше не будет вкусных стейков. Ага. И патронов к стволам в любом супермаркете. Нельзя будет палить по пешеходам с крыльца. И корка хлебосос у тебя. Ни тебе супербоула по воскресеньям, ни девочек из группы поддержки ковбоев Даллас. Всё, задрали. А ну с дороги! Я иду спасать чирлидера!
Ну вот так, черлидерш пойдет спасать, значит. Писюн возобладал. Ну что ж, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!